Сегодня приготовим яблочный пирог в микроволновке. Пирог, как гость на пороге, быстренький. Значит, в рецепт входит 4 яйца, 2-3 яблока, у меня здесь 2, стакан муки, стакан сахара и сода, погашенная в уксусе. Значит, яйца разбиваем, смешиваем с сахаром хорошо. Потом добавляем соду, яблочки, муку. Все это выливаем в форму для микроволновки и на 10 минут на полную мощность. Вот такое тесто у нас получилось. Вот такой средней густоты. Не густое, не жидкое. Все, сейчас переложу я его в эту форму и в микроволновку на полную мощность на 10 минут. Вот такой пирог получился с микроволновки. Он пористый, красивый. Ну, конечно, не поджаренный. В микроволновке-то не поджаришь. Гриля у меня нету. Вот сверху хочу посыпать тертым шоколадом. Он сейчас растает как раз, горячее. И будет красивенько. Сейчас немножко приостынет, покажу в разрезе. Вот какой пирог получился у меня в микроволновке. Вот так вот выглядит в разрезе. Пористый, почти рассыпчатый. Вот. Яблочки вот сверху больше получились. Так что у меня яблок было мало. Можно было побольше яблок, так по всему пирогу бы разошлись. Вот такое чудо. Вкусно. Я уже такую пекла. И не один раз. Сейчас и вам показала. Всем приятного аппетита. Пока.